В России сегодня стартовала акция «Стоп ВИЧ СПИД». Она приурочена ко дню борьбы со СПИДом. Его отмечают 1 декабря. Всю неделю в городах страны будут работать дополнительные пункты тестирования, где можно бесплатно сдать анализ. Главная задача акции – профилактика ВИЧ. Все последние годы мировая статистика говорит о том, что эта болезнь перестала быть социальной. Ей заражаются и вполне благополучные люди. Но все же это не приговор. С вирусом сейчас можно прожить много лет, если вовремя начать лечить. Чтобы привлечь внимание к мероприятию, знаменитые ведущие, певцы и актеры сняли видеоролик. В нем рассказывают о заболеваниях и держат в руках таблички с надписью «Стоп, ВИЧ и СПИД». Кроме того, на 6 столичных вокзалах горожанам начали раздавать листовки. В них указано, как не заразиться вирусом. В поликлиниках врачи им дают консультации, а во Владимире, Оренбурге, Астрахани открылись дополнительные медпункты, где каждый желающий может бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ. Экспресс-пункты работают и в Челябинске. До 30 ноября в здании железнодорожного вокзала с 10 утра до 7 вечера в торговом комплексе «Горки» там пункт будет работать с 5 часов до 8 часов вечера и в рок-клубе на «Энтузиастов» с 7 до 9 часов вечера. И отмечу, в мире проживает больше 40 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией. В России это 820 тысяч человек. В Челябинской области только в этом году выявили больше 3000 новых случаев. А Минздрав страны объявил эпидемию ВИЧ в некоторых регионах страны, в том числе и на Южном Урале.